качественнее. Я тут по поводу прочитал, что я западник, потому что я там вот что-то как-то их там... Я, конечно, не западник, я стопроцентный русский националист, и я смотрю на то, что хорошо для русского народа. И вот в настоящий момент я вижу, что Майдан — это хорошо для русского народа, как это ни парадоксально. Ну, во-первых, потому что показывает путь для нашего народа, это первое. Второе, при определенной ситуации даст возможность юго-восточной области отжать, вот уже сейчас реально можно отжать Крым. Это то, что мы говорили. Я далек от мысли, что, как в Переславской Раде, навеки с русским народом, далек я от этой мысли. То есть те области, которые были под поляками и под австро-венграми, ну, они, наверное, потеряны навсегда для нас, для России. А России нужно собирать земли русские. А как их собрать? Для того, чтобы собрать, нужно прежде расколоть. Вот это вот главный вопрос, о котором никто не говорит, поскольку все за суверенитет и территориальную целостность Украины. Но я против суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уж точно не западник. Когда я говорю, что нужно Крым забирать, когда я говорю, что нужно юго-восточную Украину забирать, да и Киев забирать. Киев никогда не был украинским городом. При царе-батюшке столица Украины был Харьков. С гербом Харькова была шестиконечная звезда, если кто посмотрит. Киев русский город был. Какой, о чем речь вообще, о какой Украине? Поэтому вот люди очень не понимают вот этого вопроса. Люди не понимают, что